Причем у нас много конфессиональная страна. Если бы хотя бы говорилось о том, что, скажем, речь идет об оскорблении чувств православных верующих и защиты именно конкретно православной церкви, был бы один разговор, по крайней мере, все твердо бы знали, что нельзя. Ну вот, например, у нас есть замечательная традиционная религия ислам в стране. Вот. Ее адепты, как мы уже заметили за последние десятилетия, очень сильно обижаются на абсолютно любое, скажем, неприятие, на абсолютно любую критику основателей ислама. Соответственно, любой, фактически может оказаться, что любой православный, который хоть просто хотя бы по своей вере не принимает Мухаммеда как Божьего посланника, он тем самым оскорбляет чувства кого-то из мусульман. То есть это значит, что, скажем, обсуждение этой темы у нас будет закрыто. Я не знаю, за что могут обидеться буддисты. Я не знаю, за что могут обидеться иудеи. Но, слава богу, там количество защищаемых конфессий ограничено только традиционными религиями России, потому что в противном случае еще от обиженного сектанта некуда было бы ступить.